Джуд, я дома. Джуд. Вот ты где. Иногда можно чуть-чуть напугать, да? Ужас. Всего лишь игрушка. Это очень жестоко. Я понимаю, поведение Джуда вызывает у вас некоторое беспокойство. Найдите место, где он будет чувствовать себя в безопасности. Думаю, здесь ему будет хорошо. Всем нам. Ого, взгляни-ка. Вот это дворец. Идем, Джуд. 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 Похоже, кто-то ее сломал, а потом ее починили. Что тут у нас за красавчик, а? Брамс. Его так зовут? Он все мне про себя рассказал. Все в порядке? Что-то мне от всего этого жутковато. Это твой новый друг Брамс? О чем вы с ним разговариваете? О семьях, в которых он жил раньше. Хочешь забрать у него куклу? Да. Все начинается с шепота. Джуд, Джуд. С ним происходит что-то страшное. Кукла знала, что ваш мальчик найдет ее. Я не хочу, чтобы вы пострадали. Я люблю тебя, мамочка. Я тебя. Но иногда же можно чуть-чуть напугать, да?